Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Сегодня вам хочу показать такой интересный рецептик, закуска к пиву. Как это будет у нас вяленый кальмар. Для этого нам понадобится кальмар. Вот я купил, сейчас ходил в магазин, взял. Здесь у меня чуть-чуть больше 2 килограмм. Кому интересно наши цены, сейчас вам покажу. Так, вот смотрите. Килограмм стоит 155 рублей 30 копеек. Вот. Абсолютно свежий кальмар. Они у нас идут чищенные, без щупальцев. Сейчас они маленько оттают. Я их почищу, ну и покажу вам их поближе. Пока это будет вот такая вот глыба. 2 килограмма за 350 рублей. Посмотрим, сколько получится готового продукта вяленого из 2 килограммов. Ну, может, ну да, 2 килограмм сделаю. И проверим, насколько все это дело усыхает. И насколько это дело выгоднее покупать. Знаете, у нас просто такие маленькие пакетики. Китайские там какие-то непонятные стружечки, которые стоят какие-то там нереальные деньги. Сейчас сделаем сами, сравним результат, ну и посмотрим, есть ли смысл всем этим заморачиваться или нет. Так что нет, смотрите до конца и увидите, что получится. Так, вот, друзья, кальмарчики еще не оттаяли полностью, но я их уже маленько разобрал. Вот такие вот они у нас здоровые. В холодных морях добываются. В Охотском. Вот в Атлантическом океане. Вот такие вот штукенцы. Почему-то они у нас, правда, продаются без щупальцев, только вот такая тушка. Без... Ну, она потрошенная, все там чистенькая она. Да. Ну, вот такие вот большие, красные. Сейчас они оттают, я их почищу, и мы потом с вами продолжим. Просто показал, как они у нас выглядят. О, вот такие вот штукенцы. Смотрите. Размер кальмара. Есть еще крупнее. О. Ладонь перекрывает полностью. Интересные штуки. Хвостяра какой, видите? О. Так, ну ладно, пусть оттаивает. Ну вот, друзья, кальмаров я почистил, помыл. Теперь нам нужно их порезать колечками. Берем тушку. Вот эта часть, где хвост, нам не нужна. Ну как не нужна, мы можем сделать из нее там салатик или что-нибудь. Нам нужна только вот эта вот штука. И режем кольцами их примерно 1,5 сантиметра шириной. Вот. Видите? Вот такие колечки должны получиться. Нарезаем их все. А со входов вот из этих мы сделаем кальмарный салатик очень вкусный. Тут ничего интересного нету. Что там? Я это сварил, да и все. Вот такие колечки. Ну все, сейчас разделаем их все, потом продолжим. Так, ну вот я перерезал. Так, ну вот я перерезал кальмаров на колечки. Хвостики можно вот повесить вот так вот через эту штучку. Вот. Теперь что делаем следующее. Нам нужно их сейчас посолить. Так, как мы их солим? Солим обычно мелкой солью, чуть-чуть сильнее, посоленее, чем бы мы солили их просто для еды. Все, хватит. Посыпаем перцем. Никакой чеснок там и какие-то другие приправы я не буду использовать. Мне нравится сам вкус кальмара. И маленько, чтобы припекало. Так, перчик. И масло. Обычное растительное, оливка заливает. Жируют люди. Все. Тщательно перемешиваем все это дело. И оставляем часов на 12 на ночь. До утра. А завтра будем их уже вялить. Оно все этим делом, перчиком, солькой напитается. Я потом их еще пару раз перемешаю, конечно. Всю красоту. Она настоится. Ну, видите, чеснок, добавьте чеснок. Но мне не нравится чеснок кальмара. Мне сам вкус кальмара вполне устраивает. И будет отлично. Белая пленочка с них срезать началась за соль, видите? Маленько повыбирайте ее по возможности. Вот она. Все, видите? Никаких специй сюда я больше сыпать ничего не буду. Все. Это будет чисто вкус кальмара и немного припекать. Сыпят черный перец, но он слишком душистый для этого дела. Я беру красный. Все.
Ну все. Оставляем это все, убираем это все в холодильник. До утра. А завтра утром продолжим. Так, вот, друзья, прошла ночь. Кальмарчики замариновались. Сейчас будем их нанизывать на шпажки. И дальше будем вялить. Смотрите. Берем шпажки и нацепляем их. Все очень просто. Почему мы их и делали колечками? Вот так. На шпажки. Вешаем их. Таким образом, сейчас я все нанизаю на шпажку, и потом мы продолжим. Пока не затягивать видео, я маленько отключусь. Так, вот, я одел все кальмарчики на шпажку. Шпажку вставил, шпажки поставлял в решеточку, которая есть в любой газовой печке. Ну, в любой печке. Не только в газовой, электрической. У меня духовка электрическая, печка газовая, так что такая вот, такие дела. Теперь вставляем все это в духовочку, убираем. Капает. Надо было просто ничем не застелить, но уже поздно. Так. Все, закрываем это дело. И ставим температуру на сколько тут? На 50 градусов, 60. И включаем вентилятор, чтобы гоняло горячий воздух, теплый. И оставляем все это дело. Ну вот, друзья, прошло 1,5 часа. Ну, должен сказать, что время это условно, это все зависит, конечно, от мощности вашей духовки. У меня прошло 1,5 часа, может быть, чуть-чуть больше. Сильно кальмарчики я пересушивать не стал. Можно, конечно, их нам вообще засушить для состояния чипсов. Сейчас они очень мягкие, нежные такие, вкусные. Ну, в смысле, сколько получилось, почти там больше килограмма я брал. Вот такая тарелка вышла. Стоит этим заморачиваться или нет, смотрите сами. Ну, я думаю, что попробовал хотя бы разок. Она, конечно, того стоит. Удивите своих друзей, пригласите их на пиво и сами сделайте такие кольца кальмара. Все, всем, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Кому не понравилось, пальцы вниз. Пишите свои комментарии. Всем приятного аппетита. Пока.